Девочки, всем привет! Вы на канале Amora Nails, меня зовут Света. В этом видео мы с вами поговорим про холодную парафинотерапию. И первая и самая необходимая вещь, которая нам нужна, это крем-парафин. У меня крем-парафин от Аравии с молочным протеином и маслом хлопка. Хлопковое масло обладает активным регенерирующим действием, а молочные протеины обновляют и защищают кожу от покраснений и раздражений. Следующий продукт, который нам сегодня с вами понадобится, это сахарный скраб для рук. У него очень мелкие частички, и они бережно ошелушивают кожу рук. Девочки, а кто, как и я, также делает с новыми продуктами? Напишите в комментарии. Первое, с чего мы начинаем, это с очищения рук. Я беру тоник и разбрызгиваю на наши ручки, протирая их и подготавливая наши руки, кожу к процедуре. Салфеткой я убираю лишнюю влагу с ручек. Следующим этапом у нас идет скраб. Гранулы скраба бережно удаляют родовевшие клетки кожи, способствуют легкому проникновению витаминов и микроэлементов. Масло миндаля в данном случае интенсивно питает и увлажняет кожу. Скраб я наношу массажными движениями, чтобы проработать каждую складочку кожи, чтобы прилилась кровь и дала нам дополнительное нагревание, тепло кожи. После скраба я беру влажное, теплое полотенце и убираю излишки гранул. Уже после скраба ручки выглядят более молодыми, такими нежными, красивыми. Следующим этапом я наношу крем от Domex для рук и ногтей. Он с серебром, а этот крем интенсивно увлажняет и питает кожу, проникает в глубокие слои эпидермиса. Благодаря серебру в составе этого крема у нас восстанавливается структура кожи, повышается эластичность и кожа становится упругой. Крем я также наношу массажными движениями, чтобы клиенту было приятно. Одним из завершающих этапов этой процедуры является нанесение крема-парафина. Крем-парафин я наношу одноразовым шпателем для гигиеничности. Я наношу опять же массажными движениями. Процедура парафинотерапии является самой приятной, полезной и эффективной процедурой. Она интенсивно увлажняет и смягчает кожу, улучшает микроциркуляцию и регенерацию кожи, восстанавливает водный баланс, а также улучшает эластичность кожи и разглаживает мелкие микроморщинки. Результат заметен сразу. Кожа разглаживается, становится нежной. После того, как мы нанесли крем-парафин, обязательно убираем в целлофановый пакетик, заворачиваем его на ручки и затем помещаем в специальные варежки для парафинотерапии, чтобы у нас оставался парниковый эффект, ручка нагревалась, и все полезные компоненты из крема парафина впитывались в нашу кожу. Так мы сидим 15 минут. По прошествии этого времени снимаем пакетик и убираем лишний крем парафин бумажной салфеткой. Процедуру парафинотерапии рекомендуется делать раз в 2 недели, и по итогу мы получаем красивые, молодые, здоровые и напитанные полезными компонентами ручки. Если тебе понравилось это видео или у тебя остались какие-то вопросы, обязательно задавай их в комментарии, подписывайся на канал,